Всем привет, с вами Ангелинка. И сегодня мы снимаем тег. Стоп, не выключай видео, пожалуйста, у тебя. Посмотри его хотя бы до середки. А, вообще, я благодарю весь YouTube, начальник, мне очень интересно, за то, что вы сделали конец лета таким клёвым, то, что разные видеоблогеры снимали Back to School, DIY на это. Я раньше не смотрела YouTube, и летом я его никогда не видела, и вообще даже в другие времена года. Я надеюсь, до Нового года тоже все будет клёво. Потому что вот эти Back to School, я даже не знала, что такое существует. У меня было все скучно. А теперь у меня просто все ребята смотрят мои вещи в пенале, забирают их даже. Короче, очень клево. Еще я прошу подписаться на мой канал и написать, какие больше видео вы хотите. Влоги, проверки отелей или ресторанов, типа как Ангелина Летучая, или DIY. Я буду ждать именно твоего комментария. Пожалуйста, не поленись и напиши комментарий. Или, если ты хочешь DIY или что-то другое, напиши, что именно мне надо сделать. И я сделаю это для тебя, потому что ты мой подписчик, значит, ты мой друг. А если вы напишите, что вы хотите, чтобы я сделала лизуна, я это сделаю именно для вас, потому что мне просто лень идти в аптеку и покупать клей, тетраборат натрия. Но если ты напишешь, я это сделаю. И мы с вами сделаем ластик лизун. Так что всем пока! С вами была Ангелинка. Не переключайтесь. Сказала, как в ТВ-программе. Не забудь подписаться и поставить лайк. И комментарий. Пока-пока.